Сейчас залайфхачим. Смотри, сейчас. Сейчас вот так. Оп, жопку свешиваем. И все. И не работает ничего. Я с жопой, да. Я умею с жопой. Я жопный мастерун. Жопный молодец, блядь. Я умею с жопой, все. Брунь! Пьем-пьем, сейчас пройдем за 5 вот минут. Вот не понимаешь, я даже запись Изи включу. Вообще. Я даже включу запись. Ай, не попали. Ай, ёб туда. Сейчас попадем. У тебя вагон врезалось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больно. Ай, не попали. Я доехала до вагона. Ай, не успели. Да что так, я по тоненько ехать не могу. А, это потому что особенная тоненькая специально. Да я знаю, кривая. По которой никто не может ехать. Она кривая. Да она классная, ровная, в смысле, я красиво делал все. Я все ровно строил. Сама ты кривая, я ровный. Ай, не успеваешь,Инька. Кто меня сегодня летает? Блин, рандом. Да ну куда, блядь, Витрюшкандер? Витрюшкандер. Новое обзывательство Витрюшкандер. Ну там, что он вылез, а я этого... Ай! Мяу. Почему так много людей? Я путаюсь во всех человеках. Мне страшно. Во, проехал, наконец-то. Тоненькую, так. Все. Идеальное проникновение в щель. Да что опять второй раз? Идеальное приземление. Ура. Жми, я в вагон попасть не могу. Давай, Ай, не идеально, я дырочку задел. О, флип с ветряком с первого раза, изи. Да как ты лакер вообще, козел? Вообще классный флип, слышишь? Классный, да, я знаю. Типа ветряк так помогает, еще место найти, куда флип. Ай, конусы. Ай, задело. Ай-яй-яй-яй-яй. Как такое возможно? Как было такое возможно? Ой, это ветряки. Кыш. Оп. Ой. Да куда ты никуда? Блядь. В смысле? Ну я же ровно проехал же. Куда она меня выплюнула в бок? Когда я в твоей вот этой щели стою с жопой назад. Это ты как так умудрилась? Трудяшки. Она меня перевернула. Круто. Что? Это что за новый элемент? А слушай, я придумала новый элемент. Ай. Это есть-то что ли? О, изи. Идеально. Вообще я, идеально. Я, короче, туда нырнула, получилось, что я нырнула. Красивенько. Туда мордой вниз. И она меня, короче, подкинула. Ай. Ай, больно. Сложный полечки. Да. Как и задумано. О, куда ты наверх? Ой, боже ты мой. Оп, изи, блядь, флип. Изи был. Уинк. Изи флип. Я третий. Кто там? Скерик еще. Скерик и Каштанина. Почему вы меня будете ждать на финиш очень долго? Вы, конечно, можете идти что-нибудь другое проходить, но я буду... Ааа, сбавил сильно скорость. Задача пройти эту фигню. Вот это. Да куда ты выровняешь? Пуньк! Догнал Каштуньку! И Скерика догнал. Ой, не надо так делать. Я всех догнал. Попади. Ровно, да, я прошла эту паку. Блин, вот тут высоко черная чуть-чуть. Да, чуть-чуть там, да. Но она проходится нормально, так что не ной. Так, непонятно, вроде не мешает. А все там понятно. Ай. Вроде не мешает. Людишки. Тащи каштан. Ай, пукнул и не затащил, бля. Обезьянки пукают опять. Слишком рано, поздно, не знаю, как я прыгнул. Ай-яй-яй. Бррр, сейчас залайфхачим. Смотри, привет. Сейчас. Сейчас вот так. Оп, ну, жопку привет. Свешиваем. И все. И не работает ничего. А что тут народу дофига, надо бы уже пройти. Ай, надо бы. Понаприезжали сюда.
Такие все скилловые вообще. Ай. Ой, далеко. Бледоед. Это какое-то новое существо. Это бледоед, да. Да бледоед. Это очень гулящий йети. Смешный человек. Бледоедитель. Сейчас турист всех победит. Или не сейчас. А, ей, задом, едем. Задом? Нет. Не еду я задом. Чего я даже первый флип сделать не могу? Доехать на землю. Директор мегафон. Обратно? А, вот. Блять. На землю обратно. Так, ну третий флип остался. Перекладка, скинь скорость. Я скидываю. Блять, нет, третий флип не сделал, последний. Там ура, финиш. Сука, я третий флип не сделал, вообще лошара. Вообще лошара. Два флипа сделал, третий не сделал. Тут куда? Там уже был чекпоинтий. Иди нахер, блядь! Ой, не туда. Ой, а чё так вообще много народу одновременно едет? Да потому что задолбашки задолбали уже съездить тут, кыш. Блин, уходите. Что я вообще вошла? Дайте, блядь, пройти нормально. Не, одному проще проходить, никто не сбивает, блять, а так пиздец, конечно, с этой толпой народу. Ай-яй-яй, нет, блин, поспешишь, людей насмешишь. Не падай! Я на четвертом кольце! Не падай! Попади в дырку. Да! Молодец. Сколько эмоций. Запись! Я прошла эту срань. Ой, извращенец. Малолетний. Да. Пидобир, блин. Ну, теперь меня будете ждать. Я застрял. Я пошла, пришла, прошла. Да что я несу? Я прошла быстрее, чем Тёма сделал это на тесте. А финиш где? Она мне... А там еще и вот так вот, да? Ну там можно, в принципе, с этой площадки спрыгнуть от чека, назад отъехать, ну, и прыгнуть прямо в финиш. Я за тобой понаблюдаю, как ты косячишь. Вот. Я не косячу вообще никогда. Ты че? Я идеально все прохожу. Всякое. А, я всякое разное. Ты как так жопой так? Я с жопой, да, я умею жопой. Я жопный мастерун. Жопный молодец, блядь. Я умею жопой, все. И все. Ай! Какие наркотики, да? Наркотики, Тёма просто умеет жопой, все. Я просто умею жопой, да. Я просто талантливый. Талантливый? Жопоумелец. Да. Так, один остался флип, сейчас я его не сделаю опять. Как обычно. Сделал. А ты взял, сделал. И взял. Оп. А ты взял и в дырку попал. Изи, легкота. Перекручивайся. Переверчивайся. А я смотрю, как Тёма будет попадать в дырочку. Изи, блин. В дырочку попадать. Пошли. Потому что это легко. Попадает в дырочку. Изи гонка, легкота. Как вот этот наркоман сейчас будет. Ой, я не попал. Я в трубочку не попал, блядь. В огроменную. Какая дырочка, ты о чем вообще? Я в здоровенную трубу не смог попасть. Грабля, привет. Высоко, высоко, в дырках. Не попал в дырку. Турист. Потому что дурачок прыгнул слишком высоко. Песня. Новый трек. Дырочку не попал. Я нормальный. Нет, он просто чуть-чуть это. Ну буйка! Да, чуть-чуть нормальный. Чуть-чуть он нормальный. Отлично. Я чуть-чуть нормальный. Немножко. Совсем. Ой, дрифтюлечка, дрифтюнюнденька, понятно. Я крадусь. Я крадусь.
все. Крадущийся тигр, затаившийся дракон, блядь. Крадущийся турист. 30 плюс лет ты не попал в дырочку, позор. 24 на 7 тигр, крадущийся. Да бульк! Можно сдвинуть дырку повыше? Можно ее разработать как-то пошире? Пошире сделать. Знаете, что будет самое ржачное, когда он попадет в первую дырку, но не попадет во вторую? Какую вторую? Да я сейчас на изи, смотри, просто вот. Просто разгончик. Просто прицельчик. Оп! Не попал! Красиво! Зато, очень. Сука, красиво. 10 баллов. 10 из 10, да. Крадущийся тих, затаившийся нудист. Это про меня. Точно. Так ты голенький там сидишь, что ли? Конечно. Не, я в пальте. И все, да? Да. И в носках? Нет. В одном. На носках. В одном носках. На которые надеты сандали. Сланцы, да? Сандали. Носки такие по колено, да? Да. Да, гольфики. И с дыркой на пальце. С дыркой на пальце. Изи! Ура! Пынц! Вау! А так, я хочу теперь доехать до финиша. Как это делать? Мне интересно просто теперь доехать до финиша. Куда тут прыгать? Прыгать вниз на дорожку. На даёшку. Финиш! На даёшку. Вот я сейчас как назло попаду в дырку между даёшками. Вообще изи гонка легкота. Так, что тут делать? Давай, давай поехали смотреть. Куда шо смотреть? Что тут делать на финиш? А мы на финиш едем? Мы не будем я ждать хочу... слабаков? Нет, там, я спронгов, руфов всяких. Я там. Я посмотрю, вот этих, я не поеду не могут на последнюю, ничего. Которая... А, ну тут просто нет, просто я, забирашка на, и заползашка, и всё. Я посмотрела, надо теперь посмотреть дальше. Забирашка, блядь, говоришь, да? Да. Сука, я упашка. Потому что я сильно втыкашка, вот. Она меня отбросашка, и я упадашка. Понятно все. Первое, это тут идеально так вот. Понька, все, а на второй-то там надо. Да, изи вот меня прям перекувыркнуло как надо. А там, по-моему, А, нет, там еще одна штучка, а потом финиш. Тут изи все. Ай, не попал лунка. А куда надо попал лунка? Спронг, ну да, ну ты шо? Ну, шо с тобой? Ты заболел? Да спронг не могет, все. Все? Он будет опять не месяц строить. Не, он потом тебе такую срань построит, что ты ее пройти не сможешь. Я неделю не играл. Ой, не такая себе отмазка, ну. Я тоже практически неделю не играл. А я играл неделю, и чё? И чем мне, блядь, это помогло? И чем это помогло? Я почти каждый день играю, и чё? В понедельник последний. Как бы вообще не аргумент. И... Ай! Мимо. Я мимолетное видение. И здравствуйте. Чё тут валяшки? Валяшки, черепашки. Черепиперс? Черепиперс! У кого черепиперс? Черепиперс. Изь, гонка легкота. Спронг скатился, тра-та-та. Скатился и укатился. Я на финиш. Изи гонка легкота. Мяу!